Летом, в особенности, когда на улице стоит 30-градусная жара, очень хочется освежиться и отдохнуть где-нибудь у воды. Жителям поселка Монино в этом смысле повезло. Совсем скоро их любимый пруд станет совсем чистым, и проводить время около него будет еще приятнее. За очистку местного водоема рядом с улицей Алкснеса в прошлом году проголосовало большинство жителей округа в рамках губернаторской программы «100 водоемов». Она подразумевает, что всего за 3 года в порядок приведут около 100 прудов и озер. Какие водные объекты в приоритете, определяют сами граждане Московской области, голосуя на сайте mosrec.ru. Облагораживанием территории возле пруда в Монине и очисткой самого водоема занимается администрация городского округа Щелково совместно с компанией «Экология воды». За довольно быстрый срок, в общей сложности за 2 недели, на данном участке произойдут значительные изменения к лучшему. Программа очистки водоемов по всему Подмосковью предусматривает приведение в порядок не только дна и водной поверхности, но и берегов. Фронтальный погрузчик специальным оборудованием для измельчения удаляет все сухостойные деревья. Правительство Московской области выделило субсидию на очистку этого пруда. И вот сейчас, в настоящее время, начались эти масштабные работы. Работают 2 плавающих экскаватора, которые достают мусор со дна водоема, укрепляют берега, будет окошена трава в радиусе 20 метров, убраны сухостойные деревни, пни, посажена трава для берегоукрепления. Этот пруд пользуется популярностью у местных жителей, поэтому они очень рады тому, что скоро любимое место отдыха станет еще более комфортным. Хочу, прежде всего, поблагодарить наших жителей, которые приняли активное участие в голосовании. И по результатам этого голосования наш пруд занял 1-е место. Хочу поблагодарить администрацию, которая пошла к нам навстречу и организовала эти работы. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.